Вот так в 21 веке выглядит стрельба по-македонски. Правда, вместо пистолетов – ракетные установки противотанкового комплекса «Корнет». Его оператор способен взять на мушку одновременно две цели. Фактически реализуется принцип «выстрелил, забыл» в этом комплексе. То есть задача оператора сводится только к захвату цели. И дальше контроль результатов и в действии он практически не вмешивается. Слежку за техникой противника ведет несколько систем – тепло и телевизионные. Визионные камеры широкого и узкого поля, а также лазерный дальномер. Кроме того, приборы помогают оператору засечь бронетехнику в радиусе 10 километров. В сложных условиях, в любое время суток и при любой погоде. Конечно, атмосфера тут очень много влияет. Но есть для этого тепловизионные каналы. То есть вот эта вот смешанная система каналов позволяет одновременно оператору видеть в двух каналах одновременно. Способности, которым позавидуют фантастические супергерои, на этом не заканчиваются. Уже во время тестов «Корнет» показал, что может взять под контроль не только землю, но даже воздух. Беспилотные аппараты, вертолеты, ну и мы замахиваемся, конечно, на скоростные цели, штурмовики. Вот. Ну, при испытаниях мы увидели, что мы в состоянии, так сказать, за ними следить, и в том числе и за штурмовиками. Для этого в комплекте есть два типа ракет. Противотанковые с тандемно-кумулятивной боевой частью и фугасные, противовоздушные. Один такой комплекс способен наделать много шума в рядах противника. Пусковая установка может поразить 8 целей, но если противника будет больше, в багажнике есть еще 8 контейнеров с ракетами. Впрочем, уже существуют варианты, где в качестве платформы взяты не бронированные внедорожники «Тигр», а БТРы и БМП. В этих сочетаниях увеличивается боезапас, появляется система автоматической перезарядки, а для запуска ракеты комплексу в целом не требуется ни секунды подготовки.